Здорово, ребят, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию по криминальной России. Играем, как всегда, на gtrp.ru, серия номер 03. Что-то у меня этот небольшой бзик, смотрите, какие замечательные кактусы стоят у меня дома. Ну ладно, это нам не важно, потому что, друзья, сегодня я прям уже не могу. Я мчу туда, чтобы сегодня перейти в гараж, значит, так, все, заебись. Вот он, друзья, это, знаете, это как проект, блядь, это как матрешка, только, блядь, гармошка. Вот, потому что гелик, типа, на Г начинается гармошка, сейчас бы ебанутое название для тачек давать. Ну ладно. Друзья, мне просто не терпится. Я реально заговариваюсь, потому что реально мне не терпится. Короче говоря, друзья, все, заводим мотор, я не могу больше терпеть, я не могу больше ждать, я требую тюнинга. Я требую тюнинга, вы требуете его тоже, я думаю, потому что мы из этого гелика будем делать просто самый валящий гелик на районе, потому что он будет у нас полностью затюнингованный. Так, значит, что мы делаем? Мы едем в Арзамас сразу же. Напомню, что мы уже увеличили, по-моему, сколько там... Во, поярче, чтобы было, блядь. Да ёпта, мышка. Во, все отлично. Мы увеличили, по-моему, где-то на... Насколько мощность там? Так, сейчас бы еще Бля, я вот реально, я не знаю почему, ребят, это какая-то болезнь нахуй у меня. Я в Арзамасе не ориентируюсь до сих пор. Вот эти улочки настолько похожи, но я просто долбоёб, я думаю, да, вы согласитесь со мной. Ну так вот. Мы с вами его протюним... Блядь! Ну, ёбаные... Блядь, говно, нахуй. Чуть не уебался. Так. О, правильно еду. Слева тюнинг. Так, можно посмотреть скорость? Блять, да кто повесил эти ебаные камеры, я не понимаю. Короче, ребят, мы с вами это самое. Увеличили, по-моему, на 10 км. Либо на 8, либо на 12 км в час мы увеличили скорость. Сейчас, подождите, надо все-таки разогнать машину, потому что, чтобы понять, сколько она сейчас едет. Бля, вот сервис у Ашота этот, конечно, нахождение. Кстати, нихуя не он, ну ладно, это СТОХа. Бля, я такой ебанутый. Ладно, я по GPS, друзья. Сейчас я просто посмотрю разок. Надо запоминать, реально. Вот я потому что в Арзамасе очень мало времени своей деятельности в КРМП провел, и это очень плохо. Так, это у нас, по-моему, в бизнесах. Сейчас. Автомагазин для иномарок элитных. Этот, что ли? Подождите, или не? Автомагазин, он, по-моему, не так назывался. А, ну да, это автомагазин. А, вот, собственно. Блять, ёбаная метка, ставься, бля, ёбаная карта, блять! Говно, залупа. Творожок. Ладно, хорошо, я сам доеду. Мышка, пожалуйста, ну мышка, ну ёбаный КРМП. Ну почему сам клиент КРМП настолько иногда бывает заёбным, что хочется прям вообще пиздец. Сейчас, короче, разгонимся, пока как раз едем. Я правильно еду? Тяжело, нахуй. Очень тяжело, ребят. Очень тяжело порой бывает. Во, прямая как раз. Сейчас мы как раз даванём. Итак, 98, по-моему, он едет сейчас. Мы просто сделаем из него такую шашлычную машину на ходу, что она просто... Нет, штраф ебаный, блядь! Бомбит нахуй, ебуть! Да почему это слово оштрафован настолько... Блядь... Ебаная залупка, а? Сейчас, ребят, сейчас мы разгоним ее. Сейчас, давай, все, гасись. Отлично, камер нет, все, ебаш, машина ебаш. Закись Ашота. 96 она едет, 96, не 98. Итак, друзья, сегодня я предлагаю, на самом деле, поставить тюнинг турбонаддув. Потому что мы немножко влезли в движок. Машина ехать стала, по-моему, да, на 8 км в час быстрее. Она ехала 88, насколько я помню, 87-88. А мы сегодня с вами сделаем так, что она поедет, я надеюсь, быстрее, естественно. Я боюсь представить, как она будет ехать у нас, друзья, после полного тюнинга. Сейчас бы наворачивать круги, когда можно их не наворачивать. Здравствуйте, это я, пресс Alt. Так, ну что, значит, мы поставили, смотрите, блок цилиндров, третий уровень из 5. У нас еще есть 2 уровня блок цилиндров, впускной коллектор, блядь, 5 уровней. Выпускной коллектор 5 уровней, топливная система 5 уровней, наддув 5 уровней, это пиздец. Это просто пиздец, я предлагаю сегодня наддув поставить, просто чтобы реально вообще был пиздец. Так, наддув, и еще раз мы можем наддув, да, поставить. Больше нам не дадут же надув? Да. Нет, не, я уже обрадовался. Ух ты, ебать, как... Это было грубо. Это грубо. Ну, привет. Я не в этот чат отвечу. Привет, да. Максим Игнатов, ты видео, так, пожалуйста, не МГш, я тебя прошу. Пожалуйста, не МГш. Так, все, друзья, итак, турбонаддув третьего, черт возьми, уровня. 98 км в час у нас была... Был гелик, который ехал 98 км в час после небольших доработок. Сейчас ебаные камеры, да, будут? Ебаный в рот! 104, просто как не... Ебать!
104. Это на самом деле, я понимаю, что с каждым увеличением тюнинга прирост будет меньше и меньше. Это логично, иначе может машина в космос улететь. Но, блядь, гелик, он весит дохуя. И по меркам КРМП 104 км в час это очень дохуя. Слушайте, я думаю, что на самом деле в максимальном тюнинге он поедет где-то 130. Это будет вообще пиздец, столько тормозов не хватает. Тает на нем очень сильно, мне не хватает. Ребят, просто лайк за этот бешеный гелик. Это реально как проект у нас КРМП будет. Мы пока его полностью не построим, я просто не нарадуюсь. Ебать, он лютый. Офигеть, вид имеет, что еще надо? Вот, согласитесь, раньше было не то. Ну, немножечко не то. Когда не было этого тюнинга, ты был обязан покупать какую-нибудь тачку, типа там самую мощную, и ездить на ней, ну а что делать? Ну, если тебе хочется быстро ехать. А теперь ты можешь купить то, что тебе нравится, и в крайнем случае протюнить. Это великолепно. Это то, что, я думаю, ждали многие. И респект, на самом деле, GTRP за то, что они выпустили это обновление. Это очень круто. Это круто просто пиздец как. 104 км в час для КРМП, еще раз повторюсь, это очень много. Конечно, моя патрулька едет 130, но тем не менее. Это гелик, блядь. Это тяжелая хуйня, которая... Фух, я сейчас просто бы их снес, мне кажется, очень сильно, если бы я не уместился, но я уместился. Мне просто, понимаете, вот давайте проверим тормозной путь. Вот сейчас на мост заедем, как только начнется мост, я начну сразу давить тормоз. Он, не, в принципе, поворачивает он относительно еще неплохо, но вот по тормозам тут все очень-очень-очень убого. Но, блядь, оно может быть и к лучшему, потому что это прибавляет реалистичности, потому что... Да, ребят, честно говоря, я просто в шоке, блядь, я просто в шоке. Вот, мне кажется, на тормоза, мне кажется, они тоже потом добавят. Теперь есть эта система, так скажем, тюнинга. И тормоза, конечно, здесь тоже необходимы, чтобы тачка лучше тормозила. Потому что я не знаю, как мы будем тормозить на этом гелике, когда он будет в полном тюнинге. Это будет просто что-то с чем-то, блядь. Вот, смотрите, сейчас тормоз. Да я, блядь, почти весь мост проехал, пока затормозил. Это еще я поцарапался, то есть меня машину повело. Из-за этого я как бы чуть быстрее затормозил. Это пиздец, а не тормоза, ребят. Реально, это опасная машина. На ней, блядь, я не знаю, быстрее, чем на... ГТРе можно разбиться, это же вообще она не тормозит. Вот смотрите, сейчас опять начинается вот эту будку, проезжаем и сразу тормозим. Тормоз. Блять, меня просто несет в сторону, я на самом деле об забор торможу. Надо сделать так, чтобы был прямик, и я все-таки затормозил не об забор, а именно... Бля, мне даже, понимаете, я уже забросил до работы ДПС, гелик меняет это, воображение. Во, после переезда торможу. Или не торможу, а То есть, понимаете, я за километр увидел этот УАЗик, и чтобы мне его не стести, мне надо настолько сильно нажать тормоз, что это пиздец. Это вообще, это лютая хуйня, ребят, это лютая хуйня. Я просто реально не представляю, какая тут машина-то самая быстрая. Это Мерс, этот 500-й, по-моему. Ой, блядь, на красный приехал, ну ладно, чуть-чуть. Неловко получилось немножечко, ну ладно. Так, я предлагаю, на самом деле, у нас, в принципе, скин похож на этого самого, на человека, на гелике, но... Давайте посмотрим, все-таки что-то у нас еще есть. Потому что сейчас я все-таки. Почему я приехал сюда? Думаю, что здесь магазин одежды, если тут Антошка и Степашка. Ай, блядь, понял. Хорошо. Так, тихо. О, белый гелик. Но я думаю, что если мы заезнемся, тут как бы ответ очевиден. Просто у меня как бы небольшой тюнинг. Так, зачем я вот так решил развернуться, если можно было там развернуться? Так. Так, просто перекрываем дорогу. Я не знаю, это был пинг или не пинг, но чувак оказался... Блять, красный свет. Все-таки придется постоять сегодня. Я думал, сегодня все светофоры будут мне улыбаться, но... Мне, конечно, не подстрекатель, но я бы оштрафовал бы. О, маршрутчики, друзья, самые... А чё по встречке, блять? Почему все, как бы, тот чел на УАЗике едет по встречке? В плюс привет! Нормально, кстати, нормально поздоровался. Нормально, я считаю, очень даже неплохо. Так, магазин одежды нам необходим, чтобы иметь вид сегодня, друзья. Все-таки мы солидные пацаны, которые катаются на черном гелендосе, который валит пиздец как. Поэтому, о, это мой кортеж, ебать. Ну, УАЗик, конечно, не очень в тему, но все-таки. Так, что по одежде? Ля-ля-ля-ля-ля. Давайте прям, знаете, ну сейчас можно вот реально прям вот. Ну это слишком, не-не, надо что-то прям вот рожу такую. Вот. Блять, пиздец он стоит, этот скин. У меня, правда, бабки еще в банке лежат, но, бля, я не знаю, ребят. Ну, скин, в принципе, он, конечно, ничего такого не дает, с одной стороны. Давайте посмотрим. Вот это тоже солидный пацан. Так, что тут? Ну, такое себе, конечно. Ну, тут мне прям понравился за 2 ляма. Это, блядь, Дон Корлеон, нахуй. Этот, нет, это... Ну, вот это, вот, кстати говоря, да.
Это тот самый скин из San Andreas, ну или из Сампа, да? Помните этого, как его зовут-то, блядь, этого чертилу-то, ёбаного? Который у меня был в Сампе, когда я еще играл в году 2012, по-моему, помните? Это очкарика, блядь, переделали с косичкой сзади, вот я постоянно, это мой любимый скин. Давайте я в нем буду ебашить. И вот такой, знаете, солидный дедок, ну сколько ему, лет 50, наверное? Лет 100, я бы даже сказал. Ну, как раз, нормально, подойдет. В принципе, тот, конечно, за два мульта скин поинтереснее, но, тем не менее, я не буду сильно выебываться, чтобы это... Я с вами, можно? Конечно, конечно, присаживайся. Ты сейчас от мощности только пристегнись, главное. Господи. Мне страшно, блядь. Можно без таких? Конечно. Ой, чувак не успел сесть. Блядь, ну ладно. Пиздец какой-то, блядь, ну ладно. Чувак, ты сядешь? Ремень. О, у нас целая коллекция, друзья. Целая коллекция. Коп, ФБРовец. Сзади слева я даже не знаю, что это, кто это и почему это. Но, судя по всему, это, конечно же, не девушка в реальной жизни, но, скорее всего. Данил Нобас едет по встречке на мопеде, друзья. Мне кажется, давайте я хоть и сегодня не коп, но я, мне очень хочется, мне кажется, сам себя сейчас накажут ударом об стену. Так, приехал в Южный, чтобы переодеться. Я просто не могу, реально, ребят, я не знаю. Это пиздец какой-то. Мы идем тюнговать гелик. Уже 104 едет. Едет. Ну, уже все в курсе, что я строю проект. Понимаете? В КРМП. В проект гармошка, блядь. Не, это, конечно, я шучу. Не надо гармошкой его называть. Пиздец какой-то. Я просто хотел сказать от души сказал. А просто так сказал. Так. У меня М5-177 едет. Понял. Оп. Блядь, АК! Вот так не надо делать! Реально! Мне... Вот напишите в комментариях, как вы думаете, что было бы, если бы... Гелик снес АКУ. На такой скорости. 177 км в час, бля, я ебал, конечно. Ну, мы потом с вами еще тачки будем покупать, строить. Это, конечно, все само собой, но, блядь. 177 км, ёпта. Понимаете, это почти в два раза. Ну, конечно, не в два раза, но, тем не менее, это почти уже 200. Я сейчас охуеваю от скорости 100. Ну, тут, наверное, из-за того, что просто сама по себе машина огроменная, блядь. Просто огроменная, нахуй. Ну, реально, это пиздец. 104, как нехуй. И мне просто непривычно. Блять, тихо! Тихо. Немножко уебался. Ёп. Чувак написал, ёп. Бля, ребята, я очень хочу уже, чтобы наступил тот день, когда она... Ну, она, ну, 130, мне кажется, 133, может, 132, что-то такое в полном тюнинге она будет ехать. Кстати, да, аварийку, ты прав, чувак. Сейчас уже, я уже просто уже... Блять, сейчас бы забыть, как аварийка включается. Нет, забыл. Я еще что-то помню. Ну так вот. Ребят. Я честно, я вам скажу, просто, понимаете, вот, ну, человек, который... Ой, она просто даже едет по ощущениям больше, чем 104, то, что написано. Блять, как? Как? Вообще, блядь, 177 километров в час. Это же пиздец пол. Я просто вот сейчас еду, я готов туда-сюда кататься. Весь бензин сжечь. Просто, чтобы кайфовать от этой скорости. От этой хуйни, то, что я наблюдаю. Давайте сейчас попробуем что-то красивое сделать. Я, правда, не знаю, что из этого получится. Ребят, вы готовы? Как ушатать гелик за одну секунду? Пизда. Но это было красиво. Это, знаете, это как пас. Теперь можно этот момент приблизить. И просто это самое. То, что он там писал в этот момент. Ой. Бля. То самое ощущение, когда я разбил гелик и вышел покурить. Ребят, короче, спасибо всем за просмотр. Как вы понимаете, полный пиздец намечается еще впереди. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Обязательно ставьте лайк, друзья. Нормально, ФБР употребил наркотик. Почему бы и нет, блядь? Почему? Конечно! Все вполне себе очень даже нормально. Нажимайте на колокольчик уже, чтобы не пропускать новые видосы. Вот. До новых встреч. Пока-пока, ребят.